Куда, в ЛС едем? Угу, давай на эту, как там? Ты сейчас себе тачку, да, будешь красить? Угу. Черный? Вспомнить бы, блядь, где она еще находится. Где... Ну, вот да. Тут рядом. Рядом вот тут. Ну все, короче, я тогда снимаю. Ой, сука. Че ты так залит-то? Я почему-то подумал, что там трамплин. Трамплин? Откуда? Хуй знает, тут сегодня. Ой, блин. Ну ладно, я, короче, начинаю-то. Всем привет, с вами Денис Громов и Максим Лобанов. Бывший, всем привет. Бывший главный администратор 08-го. Царь и бог. Вот, и... Проехал. Куда ты проехал? А, да, мы сейчас направляемся, как вы уже поняли, в автомастерскую ЛС, да? Проедем. Да. Ну, ты, конечно, нормально тачку поймал, у тебя уже тут нормально-то. О, хуй. Вот у меня, я уже сменил себе скин, как видите, блин, сейчас я покажу. Вот. Скин у меня уже другой. В банду я еще пока не вступил, но еще все еще в процессе будет все еще. Вот такие вот дела. Че ты слышишь? Давай подрежь. Смотри, 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 как он, да, так выпендривается. Сука. Давай, давай толкать придется, да? Ты прикалываешься, что ли? Давай толкнем. Толкнем. У тебя хп. За, ну, заюзай нарко, у тебя же нарко есть, че, у тебя хп мало. Наркоман. Ты же друг, справишься. Нигер. Да, да, да. По-нигерски. Охуеть. И сразу этот негритос подбежал. О! Максик. Ай. Ты ж что я за тебя тачку толкаю? Давай сам работай, нигер. Как дела? Мы все сразу, все. Такие два негритоса, мы одинаковые близнецы. Прям это. В шоке. Да, прям вообще в шоке. Вот это особенно в шоке, капса наш. Ирачик. Две легенды. Ну все, раз легенды. Давай рабов за. Стой, стой, Макс, стой, стой. Толкайте мы. Да-да-да. Толкайте машину. Давай рабов заставим работать. Вот, Макс, как надо, короче. Заставлять рабов работать. Рабы. Че? Нас не возьмут. Нормально, чё, рабы, видишь, нормально, да? Так... Блин, такой угар. Бля. Бля. Что? Ой, нифига себе, сколько ударов. Что? Рабы, давай, давай. Блин, не, ну это, конечно... Денис, ты жестокий какой-то. А чё? Ну таким надо быть. А чё ты сам встал и смотришь, как они толкают? Хули. Вот такой фут еще вообще. Так чё, недавно не заходил, вот подошёл, потому и фут. Го. Го. Кстати, я еще и домик себе в другом месте, увидите, где у меня домик, у меня рядом с Лёвой домик. Сейчас пока не буду показывать, ты потом увидите. Ты не снимал тогда, что ли? А? Ты не снимал тогда? Нет, я тогда не снимал, не показывал еще. У меня же один дом слился, я забыл за него заплатить, смотрю, он слился, ё-моё. Это, а, даже забыл рассказать, что там мне некоторые спрашивали, почему у меня дом слился. Короче, взял, около мэрии ФК стоял вот так долго, вышел из ФК, и мой дом слился. Ты должен нас подтолкнуть, машину сломана. Толкать тачку. А чё это я должен толкать? Ну а кто ещё нас тут трое вообще-то? А, он хочет, чтобы я сел и толкал тачку? Да. А, нифига себе, а чё, я раб, что ли? Нет, стой, стой. Стой. Давай ты, я плохо. Ничего, что он мой механик? Тебя это не напрягает? А, да? Ну да. А, ну ладно, ладно, тогда ладно. А если я тебя взорву сейчас? Я же взорвать могу. Давай, давай, еще чуть-чуть. Ну? Блять, кикнуло. Кикнуло. Блин, такие вот, надо было заставить раба, короче, чтобы он сам... А чё, ты не мог выйти из машины и подтолкнуть? Да я случайно, привык на Enter нажимать. А, она была это... Ладно, давай, приезжаем, я тебя жду. Ну чё ты там?
Вот 2 минуты и буду, ну. Че так долго? Я не туда ехал. Да, и ладно. Я... Ну вот, короче, приехал на своем сарае Максим. Хули сарай? Бля, я сейчас вообще и сдохну, ну вообще. Да, подожди, да, да, и хочешь, тебе хп дам? В смысле? Через ми. Ну давай. Да ладно, не дам. Я жаден. Главное, что оно теперь... О, все нормально. Так, какой цвет лучше? Ну, не знаю, выбирать лучше. Ну, попробуй что. Ну, черный стандартный, не знаю, лучше бы какой-нибудь такой разный. Смотри, ну, сам, на свое усмотрение. Да, с пластиком. Всю жизнь так давал. Вот, если кому-то нужны будут деньги, просите у Максима Лобанова. Он щедрый, видите, 50 тысяч на чай дал. Видите, этот аж офигевает от счастья. О-о-о, такой рот открыл. У меня все Бэтмобиль. Бэтмобиль? Ну да. Ну, теперь да, он похож на Бэтмобиль. Ну что, куда поедем-то? Хуй знает, я еду. Ты куда в лес едешь? Куда ты? Ты такой водитель, мой Макс, просто водитель, который, не знаю, кто тебя ПДД учил? Да я полгода играл, что ты от меня хочешь? Ну да, полгода тоже срок. Нет, ну я заходил там поздороваться, все дела. Ладно, все, проехали. Стой, 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 давай этого не подчини, негритосы. Сегодня какие-то одни, короче, рабы встречаются, негритосы. Да тебе опять эта хуйня на проезде. Да, кстати, вообще так бесит, из нее такой просто сносишь ее и все. Не, ну, в принципе, что-то там... прикольное, но... Вилла там нигеры стреляются. Что делать? Че, предлагаешь их убить? Да не, не надо. Ну давай, давай, завалим, они там беспредельничают. Да у тебя хп мало. Используй наркотик. Да я уже все тут использовал. Так у тебя дофига еще есть. Брат! Бро! Видишь, брат за брата, скажи, братья! Братья. Хера, у них ганы, вот это опасные типы, блин. Оп, все сразу, понятное дело. Сы, еще один нигер, че сегодня одни нигеры? Я походу реально просто один белый сейчас из-за всего сервера, кто играет. Леха, я тащер. Стой. Сы, вот такой, сы, зашел. А, кстати, знаешь, сейчас такая... Ты че скажи, он, блин, на меня ботного гонял, типа, блин. Давай. Ты че делаешь-то? Убиваю. Знаешь, как мне раньше некоторые писали? Он вандал. Давай, зачем? Зачем? Он вандал. Просто. А что, нельзя? Сы, дунь. А, кстати, о, сы, офнулся, просто офнулся. Блин, я уж тут пишу, да ладно, расслабься, поехали. Блять, я случайно, да. Случайно, ну ладно. Тихо. Блять, я не сдам. Ой, а чё они, даже не это? Что? Нет, они не пробивают вообще. Ну не то, что не пробивают, хотя бы объёмный бьют. Ладно, похуй. Смотри, осторожно, если у меня под караулем начнёт. Смотри, Андрей Бас. 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 Сори, бро. Волшебное слово написал. Чисто по-братски, да, по-нигерски, сори, бро. Да, брат. Осторожно! Сори! Вот это сейчас чуть лобовое столкновение, чуть вообще. Стой, нигер! Отставь, бича, бедный. А, ты чё, Макс, не закрыл тачку, блин? Макс, стой, открой, блядь. Блядь. Опять негритос угнал тачки, что за нигеры вообще? Сейчас тут надо арендовать без бабки машину. Все бабки же есть? Нет, я сделаю так. Ну да, да, все. Чё-то я затупил. Ладно, все. Вообще не понял, что я сделал. Ладно, это что-то сделать. Ну ладно, все. Лобанов легенда, еще на трансе при тебе играл. Садись.
кто-то на трансе только так шмаляет, наверное. О, смей, что у них там? Смей, Макс, Макс. Ну, поехали. Ну-ка, посмотрим, да? Что это такое? Не знаю. Чё, генстерскую засаду на них будет строить и все. Пусть они меня вылечат. Давай следи за ним. Давай сейчас остановим, быстро лечить, типа, бро. Давай этого остановим сейчас, тихо. Блин, у меня гран. Да поехал. Давай, тихо, стоять. Зенит все испортил. Тихо, стоять, генстер. Мы же генстеры, и Макс, ты чё, мы должны их остановить. Я в очках такой. Джум, это просто реально real shit gangsta shit. Стоять, stop, please. Все нормально. ХП быстро, вышел из машины. Ладно, тебе полечиться надо. Типа, лечи быстро, напиши там. Ствол к нему, к голове там, одна пуля, все дела. Нож в печень, никто не вечен. Ладно, хорошо, поехали за ним, короче. Интересно, будем следить. Может, ты тоже в банду ганг сделаем еще? Ну да, надо. Сделаем, будем шарить. И смей, что-то они тут. Смей, там видишь, там медик дерется. Да вот, разборки. Че, Макс, давай порешаем тут все. Давай спасем медика. Давай. Че? Сейчас за госов был. Давай, за госов, давай. Ты что, всех убиваешь? Вот, красавчик, смей, сейчас медиков не поубивал, они тебе должны. Благодарю. Всегда рады помочь. Обращайтесь. Поехали, короче. А чё Вагас тут делает? Не знаю. Согласен. Вагас согласен. Все, поехали. Да, Вагас согласен, это все решает. Я вытащу М-ку. Ну. Все, погнали. А чё, будем за ними гнать или чё? Или куда? Как хочешь, ну тебе в банду надо. Блин, да ты... Александр Смит, да, не, они ездят, да, конечно, друг другу. Ну ладно, поехали, да. Я же где-то должен тусить. Ну да. Так что мне в гетто? Парни. Плохие парни? Здесь, походу, только ты плохой парень. Ну да. Я хороший. Я только за... Да я шучу, я тоже плохой. Очень плохой тип. Ну как без этого? Тут все плохие, да. Все плохие. Ну чё, доедем туда или чё? Или не доедем? Да доедем. Сейчас мне пишут, надо что-то в чате говорить, блин. Кюкюшки, я на ютубе. Ну, короче, что, я думаю, тогда эту часть закончить. Максим, да? Давай эпично так закончим. Ты что, еще в частях заканчиваешь? Ну да, конечно, давай. А то долго, а то мне потом вырезать просто тысячи нужно будет там. Ну все, давай, кончай. Стой, короче. Чё бы сделать, скрин не надо будет сделать. Да, стань с тачкой, давай, ПРП и всё. Ну блин, может с моей хотя бы. А ладно, не надо. Да давай с этой, ты чё, это же генстерская тачка. Короче, я думаю, на этом всё тогда. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да, и всем удачи, да. И пока.